настоящее регги, да, но мы еще не доросли, не умеем. Мы такое попсовое регги сыграли. Кстати, я помню, когда я покаялся, и мы делали афиши такие, христианская поп-группа. И тесть мой, покойный, он уже ушел в вечность, он все время говорил, Сережа, ничего не пойму. Я говорю, что такое? Шел я по городу и убачил вашу афишу. Якого попа вы пригласили туда? Я говорю, там не будет. Но там написано, христианская группа и поп. Я говорю, нет, это такой стиль, папа, ну, извините, но просто такой стиль, ну, понимаете, ну, поэтому сыграем в стиле регги. Поп-регги, но без попа.